подходите, берите мед вкусный, ароматный, софлоровый, цветочный, луговой. Очень полезный. Ярмарка встречает самарцев медом, хлебом и невысокими, как выяснилось, ценами. Товары на прилавках и в закромах в изобилии. За сотню километров из Исаклинского района сюда привезли пироги с яблоками, абрикосами, курагой. Вот приехали к вам радовать народ городской, показать, чем умеем делать. Тамара Феченко с утра пораньше собралась за продуктами, но идти далеко не пришлось. Выручила ярмарка, которая расположилась на пересечении Авроры и Аэродромной. Просто вышла, вот смотрю, смотрю, ярмарка, удивилась. Обрадовалась. Ну, потому что все-таки подешевле, наверное, можно тут купить. Цены и впрямь не кусаются. Это связано с тем, что за место на ярмарке продавцы не платят. Городские и областные власти дают возможность местным производителям торговать вкусными и свежими продуктами собственного производства. Я купила 3 килограмма яблок. Вот теперь буду витаминами питаться. И пойду еще мед куплю. Очень удобные формы торговли. Очень удобные. Подобные сельскохозяйственные ярмарки в областной столице обещают сделать доброй традицией. На ярмарке свою продукцию представили производители практически со всех уголков губернии. Особенно покупателей порадовали низкие, но оправданные цены на мясо. Свинина и говядина значительно дешевле. Свинину можно даже за 180 купить. Вся, не сортовая. А говядина и 250 есть. Как считаете, ярмарки вообще нужны вот в городе? Конечно, нужны, конечно. Нужны. Это же подспорье нам. Это очень хорошее дело, ярмарки. Следующая ярмарка запланирована на 8 марта. Чтобы ассортимент был еще больше, планируют пригласить и производителей из соседних регионов. Нынешняя же ярмарка будет работать 20 и 21 февраля в нескольких районах города. В Куйбышевском на пересечении Пугачевского тракта и улицы Нефтяников, в Советском на пересечении Авроры и Аэродромной, в Промышленном на пересечении Московского шоссе и улицы Воронежской. Павел Баймаков, Павел Пресняков, События.